Секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Андрей Иванов в рамках выездной инспекции из Звенигорода проверил ход реконструкции манежа 19 века. Историческое здание площадью более 1200 квадратных метров расположено в центре города на улице Некрасова. В настоящее время завершается вычинка кирпичной кладки строения, начинается заливка цемента. Как отметил Андрей Иванов, контроль за ходом работ одинцовские единороссы осуществляют в рамках проекта «Культура малой родины».